Новое землетрясение в Калифорнии всего спустя день после мощного подземного толчка, магнитуда которого составила 6,4, юг штата снова встряхнуло, уже с силой 7,1. Спасатели говорят, это землетрясение не последнее. Подробнее смотрите в сюжете. О, мой Бог! Лена! О, мой Бог! Я все на Трещины на дорогах, поврежденные водопроводы, перебои в электроэнергии, утечки газа и пожары. Больше всего от удара стихии досталось городку Ричкрёст. Некоторые жители получили травмы от упавших на них предметов. Сообщения о смертельных случаях не поступало, но мы знаем, что были травмированы. Звонков в экстренные службы значительно больше, чем обычно. Это было очень сильное землетрясение. Это не та стихия, которая просто закончится. И мы должны быть готовы к этому. Мы будем работать 24 часа в сутки, пока ситуация не будет полностью безопасна. Сейсмологи предупреждают, что на следующей неделе подземные толчки могут повториться. После этого землетрясения у нас было два авторшока магнитудой 5. Вероятность подобных толчков на следующей неделе чрезвычайно высока. Причем почти 60% уверенностью можно говорить, что их сила может достичь 6. И 10%, что магнитуда может быть 7. Но здесь очень четкая последовательность, а не сюрприз. Это будет продолжаться. Хотя эпицентр землетрясения в 200 километрах от Лос-Анджелеса, подземные толчки чувствовались и в шумном мегаполисе. Мы просто были в нашем гостиничном номере, ждали ужина, и вдруг комната задрожала, люстра начала качаться. Сложно сразу понять, что происходит и почему все движется. Ощущение, будто ты на тарелке или плаваешь на надувном матрасе в бассейне. Последний раз землетрясение такой силы произошло в 1999 году, 20 лет назад. Инна Косинская, UATV.